Так, принимай пати, ЦЛК. Сломить его было очень трудно. И я подверг его душу ужасным мучениям. Он так долго сопротивлялся. Но вскоре он склонится перед своим королем. Лица ни у кого нет в рейде. Наверное, это не поняли мою шутку. Ладно. Шутка пропахал. Человек понял шутку, ливнул в гильдии. Да что случилось? Б9 на АФК, что самое интересное, все пропускаю. Ну, я просто... Я даже ничего не делал, человек ливнул с гильдии. Зайди я от полголы обратно в игру, я тебе тут напишу что-то. Я же не про тебя говорил это. Зачем так делать? С танка выйдем, Маша. И стрейш на РДД. Райт реки не хотят, кулак бахнут. Отчет. Охотник. Было прикольно. И пусть заводит замуж, выходит, будет вместе Вовку играть. Будет обоих плюс 5 по Москве. Ну, отойду на пару минут. Определите с бафами, что вы бафаете паладина, напишите РК. Какой спек рубите. Спасибо.
Давайте через 5 минут подойдете все. Маленький перекур надо сделать. Там шкаф поставьте, досмотрите остальных людей. Чем мы стоим? Там Олег на 5 минут отошел. Ничего, эти варта же можно тебя рейд говно. Драконы явились из нет. Смотрим лужи. Смотрим лужи. Две лужи в рейд.
Тебе говорят, 1+1 = 2. Ты приходишь на следующий урок, тебе говорят, сука, логарифм десятичный, 15x, котангенс, ебать, бисектриса, пошел нахуй. Они тут? Да хуйня все будет. Да все, блин. Че это заварится, подожди. Что? Нет. Кушайте рыбу пока. На осколки, если что, счастливо идет. Очень... На осколки? Убери метку АФК, Уит. Так, я здесь. Чек на пул. Вот, блин, макрос здесь-то на пул. Пулт поменяй. Сейчас я сделаю макросы. Магами никогда не рейдила. Ссылка. Так, макрос на готовность. Так, еще раз чек. Он готов. Я вот макрос на пол пошел. У нас нету ДЦ в рейде, поэтому будем вайпаться на каждом боссе. Это не очень. Кто проиграет хоть и пристами? А это если рейд не слакает. Так, сейчас будет вихрь. Вихрь Сакура, РДД босса играет. Мелкий-мелкий трэш. Вихрь. РДД босса, мелкий трэш возле рейда. Смотрим шипы. Ставим шипы все. Уже разлились, отбирали. 5 новых. Ой-ой-ой, как больно. Мало хп осталось. Давайте все в шипы сейчас играем. Кто-то подгорел. Ратрис умирает. Его должны реснуть. О, их кончился. И под босса быстрее. Сейчас новые шипы будут. Оба! Шипы. Тут там первый пати. Скорее. А, он спереди. А, да, БДК. Ага, ты. Ага, я понял. Угу. Ты чё, блядь? Неплохо, Скарлетт, неплохо. А чё, босса протопал держал? Так, ну, не под морду полезли, не.
Не-не-не, босс повернулся на рейд и убил. Боже, сорвали. И, может быть. Но все равно, как тут можно так срывать? Забудь кепсу, охотник. Да забудь. Ну что, почти идеальное убийство. Мне нравится. Да этот, блядь, пояс выпадет. Идем дальше. Ой, сними метку АФК. Кто? Я выйду, говорю. Так у меня нет метки АФК. Давайте мем трэш. У нас слишком мало ретрика в рейде. Сколько их там? Если все будут слакать, мы не убьем леди, наверное. Так, сейчас я посчитаю, сколько меликов у нас. Значит, мелики слева бьют, РДД справа. Танк спек у кого-то есть еще? Да. Его танк спек. Ага, спекайся в танка. Ага, Скарлет слева, Майфрейм справа. Первая фаза, вторая фаза на пул на Скарлет. Дальше даем на пул по Майфрейму. Кушаем рыбу, если есть у кого-то джив, ставим. Все паладины с пула кидаем глань жертвенности, потом кидаем бабл на себя. И так по КД. Кто у звездопада? Приоритет контроля, вот эти 4 ретрика, пурик, АДК, роги, ханты. Но если кинет 3 ретрика в контроль, и вы их не законтролите хотя бы за секунду, то до свидания. Чек. Ну ты убавник. Ну ты убав. Так, все готовы, макрос. А там танк спекнули? Должны были. Ага, ты же спекнулся. Что он спекнулся? Ап, мы на меня. Человек кинул. Как непривычно магом релить. Слева моб надо слить. Овцанука я квадрат. Сопротивление. Да, поснимайте бафы защиты от темной магии. Уберите ауру защиты от темной магии. Быстро. Быстро убрали. Капли слить в паладина. Ну да, капли надо слить. Так, вышел трэш. Сыграли все в трэш.
быстрее играем в трэш. Троллим людей. Ни шага прожал бабл, его нельзя в контроль. С диспельтер. Ларин, поднимай Элвима, переводим босса на пул на Скарлетт. Скарлетт, лови босса. Играем в трэш. Класс, диспельтер с босса. Смотрим, главное, эти духи и контроль. Духи вышли, веди леди. Духи появляются, сразу веди леди. Так, я законтролю трусы. Ясно. Вы не контролите людей, мы падаем из-за этого. Спасибо за контроль. Это духов сорвали. Да, ладно. Вот, поднимай Апис, Апис, поднимай Томск, Атомск, Атомск, поднимешь пришествие. Быстро. Когда? Элоран, гимн на ману, играйте все в трэш, отбежали от духов. Отбежали от духов. Блять, сука, отбегайте от духов. Надо орать на вас. Атом, Апис, поднимай Атомска, контрольте людей. Когда? Да. Бестмод, поднимай Атомска. Отбежали от духов. Алло. Атомск, поднимай Фалариана. Фалариан, поднимешь пришествие. Фалариан с КД. Хорошо, Атомск, поднимай. Ну, поздно. Он меня уже поднял. Ладно, играем дальше. Играем в трэш. Все в трэш играем. Нормальная вообще, блядь. Блядь, вы гоните. Контрольте людей, квадрат, контрольте трусы. 3 секунды, звездопад. Да вы охуевшие, что ли? Чего вы взрываете духом, блядь? Отводи, леди, опять духи. Надо постоянно это говорить, отводи, леди, духи. Потому что ДД-дебилы не могут от них отбежать сами. О, господи. Давайте в трэш играем, а духов отбежали. Последний трэш, последний контроль. Луну надо законтролить, сова. А нет, звездопада. Блин, честно, я думал, мы вайпимся. Только духов навзрывали, наверное, на 2 недели вперед. Без ДЦ еще. Как такое возможно? Ого. На все воля господина. Ну-ка, покажите, кто взрывал. Ну, первый я взрывал. О, я 277 единиц нанес. Атомск 42. Ка, молодец. Ну, там лужа кинулась. Я начал контролить, и духа не увидел лужу. Есть стата, кто взорвал духов. Еще не подгрузилось. Ну, он мог забагаться, там могло больше быть людей. Не пострадали. Не отбежали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь раз. И раз, видно. 8 человек, это прям странно, да? Золотой ордой меньше, наверное. Благодарю духов, что они послали нам вас. Золотая орда за год столько не взрывает. Уже... Да, наверное. Быстрее на борт молота Оргрима. Если вы поспешите, то еще сможете его нагнать. Ну,
заманете меня в этот кораблю, мне надо кое-что купить. Пить огненный зев, чтобы дать супер ДПС. Не, квест делать не будем. А ты сидишь, что у тебя там, блядь, пищит постоянно? Ремонт делает. Господи, это такой фейл. Я сейчас в Агримаре умер. Прыгнул. Ой, да, я спрыгнул с портала. Там нанес он, наверное, 500 единиц. Ладно, бейте корабль без меня. Полезный игрок рейда вот я. Ты крал передать как? Ты лут-то передай. Держи, Ваня, ассиста. Сразу запускают, отберите ранцы все. Лут на тебе, если чё. Ничего страшного. Кто не будет обделён. Напоминаю, что сегодня второй день паралимпиады. Там еще две пушки свободные. Займите две пушки дальние. Олег, дай Лутера. Сейчас вы ответите перед лучше еду есть магу на Крит или на СПД? На Крит. Жерем, что там, какие новости с фронтов? ДК лети. Рейд летите. Да, скажу, вообще магу после набора 71%. Не, не 71%, даже я так с психом считал, где-то 69% от огня Критон, дальше нет смысла собирать вообще что-то Крит. КВ Крита? 59 огнем, если есть, то дальше нет смысла вообще что-то криптом собирать. Там дальше понижение будет дамаги. У меня 55,8 без всех бафов. Верится побудется со всеми бафом. Например, на физике и на его магии у нас по... у меня 68,49, и у него что-то 68,55 или чем. Или вандада больше инты, или хер его знает, что это такое. А камни одинаковые. Летите, мага, бейте. Это насколько у тебя есть два зёва? Будет. Человек, вот смастина большая. Да, 300 голд штука, блядь. Раньше 100 голд стоило. На персе нету бабла столько. Еще один мах, наверное, будет. Сливайте мага, последнего пушки не бейте. Все, добивайте. Альянс повержен. Вперед! Королю лечу!
Ставьте шкаф, Олег, сумоньте, там сразу запускайте. Сейчас с корабля выйдем. Айлен, тебе что надо, Полуто? Айлен, надо, что Полуто? Открываю. Кто там осколки забирает? Сумоньте, счастливый вы в очереди. Молодец. Тима. Элвин, ты тут? Ладно, по... не буду ничего говорить, просто бейте босса, там трэш, наверное, тоже надо сливать, судя по всему. Перейди на мою сторону, и вместе мы разрушим. Просто баф еще дайте. МК обнови по мне, Климатуй. Думаете, мы вайбнемся сейчас? Да. Нет. Если будете, надо ПСФ, пойдет трэш, не бить, то упадем. Аня, у тебя есть шанс дать 20к, потому что Сова не будет бить трэш. Горн, обновите, пожалуйста. По Тори дай МК по Куману. У меня сейчас крит 67,7. Оп, мало. Надо 68, нет. Что, не дать тебе 20 кпс? Там все зависит от воспламенения. Если оно напрокает, то... Воспламенение тупана. Война. Война. В рот где? Thank you.
если ему в пусть обратно поставить. Копар, ты где там? Воля упала. Ебать, ты его кинул тогда. Так, Воля, надо кому-то? Троним тебя, как подобает, в Награнде. Кто выше по ПР в Атомск, ты на Катару лишь? Да. Элвин выше. Чести, герои. Какой бы жестокой ни была битва, никогда не отрекайтесь от нее. Че там по ДПС? Аккаунт у кого-то есть? 313 рейдовый ДПС. Работает. Да, слабовато. Да есть еще с цифрой общий ДПС? 313. Нет. Угу. Был демон, демон без пэта был? Да, он, я увидел только в середине боя. Он был, но он стоял у меня на пассиве, то есть отключенный. Давайте еще раз. Спасибо тебе за ДПС тогда. Я повезло, что Джерри он на ханте, если бы он был бы, наверное, ДДП. Куда она съебывается? Алло. С демона, блядь, 20к. А там скрестнуть можешь? Ну сейчас они добьют вот это. Блин, а я подумал, чё ж так медленно. Немного медленно, мне казалось. Было бы плюс 5к ДПС. Не плюс 20 же. Потроши есть ДПС. Думаю, 330 было бы. Из-за демона. Да. Куда же 330? Слушайте, вы мне там бабочки, что в прошлой жизни не сказали, что это за карусель крутится? Ты ее нажимать надо или что? Не трогайте ее, а то сейчас разойдемся она. По-моему, ее уже нажали, что там стенка пропала. Вчера кто-то нажал уже, блядь. Геру нельзя уже запустить? Уже нельзя. Давай тогда обновим. Пошли там опять по стенке. На... Идем на чуму. Вчера кто был хантом, не помните? Не вот этот символ хозяина вот тогда покупал на Ауки или ты сам делаешь их? Не, на Ауки взял. Драгиани вообще. Что даешь? Драгиани. Ну там смотри, какие это, по-моему, за 20 взял. На кого символ? Хозяина вот, на шамана. Там есть по 100 символов, есть по 200. Там раз. Я снял символ в пухе, вообще пиздец, кастуешь по трем людям. Так цепуха это обязательно. Я вместо него тыкнул, он первый попался под руку.
Слушай, церковь слейта собирает, не знаю. Мы еще, по-моему, в первой гире были. Раски. Про кого ты говоришь? Ну, целка совет эту скатку собирают. Так вот, ролик собираете, кто там? Не может быть. Контрол собирают. Так это еще и обычку. Что там, я думаю, может, там обхалка? А, может быть. Как там, вторую собаку сары. Так, спокойно, играем в звезду. Чтобы повезли, блядь. Блядь, ну да, это хуёво, нахуя туда везти его. Прожимайтесь, сейчас надо захилить рейд. Паладин Дневник Небес, играйте в звезду. Сейчас надо под второй каст тоже гимн, хорошо, кто-то отдал. Под Элоран, например. Так, вышел трэш. А, все можно не давать. Давайте гнев небес. А, блин, все, прелесть уже убили. Вернитесь, пожалуйста. Меня едят. Бля, тебя убили. Все съели. Они убили Кенни. Так. Эваран. Поварен слева от босса. Акума Норенька. Ворот. Ой, Татамск справа. Маратрис, Льера, сзади босса. Мне вот интересно, будь мы в американском фильме, она бы с таким же спокойным голосом говорила, мол, вернитесь, пожалуйста, меня зомби едят. Не, американцы, они же, блядь, нервные какие-то. Мне кажется, они ебанутые начисто. Сейчас идешь, смотришь, идет какой-то, блядь, с ником, ну, иностранный написан. Что-то кто-то там, блядь, одного моба лишнего сагдал, там, блядь, пиздец. Это разрывает. А, Маратрис под босса. Забыл, два ханта. Маратрис, Лера под боссом будете, а Литрион Юнт сзади босса. Хорошо, я сейчас приду под босса. Да ты можешь не возвращаться просто. Ну, я подойду, да. Йон, заходи быстрее. Лол. Как дела, Джей? Что? Спулили? Бля. Лера, выходи на рейндж, там Йон за воротами. Да, теперь он же точно не тот. Ты на силу природы, давайте. Фатает, агрь. Не топчик по хилу-то.
Да, 19к сейчас дал. Да, минус. Скоро Войт уже по ДПС обгонит. Так, большой слизень сейчас будет. Убирай. Хочу сказать, еще кто уголы обгонит. Нормально играет. Ладно, главное не падать. Достаю, блядь. Льера, выходи. Матрис, выходи на рейндж. Атомс подымай. А, юнт. Атомс подымай, Фалариана. Матрис на рейндж. Диспельте. Ну, подымить, нет. Бисмот, подымай Льера. Лера тоже на дистанцию. Стою, я и стояла. Понял. Большой слизень сейчас будет, кажется, да? Давайте фулл баф, я отдам инту, например. Кто-то лап, кто-то пристав. Сейчас большой слизень будет в мидзоне. Ультрашам диспелится сам себя быстро. Собирай большого в мидзоне. Сейчас будет взрыв. Так, взрыв. Отбежали к стенке. Дистанцию все набираем. Просаку сейчас. Пиздец, тупо не захил. Ты, наверное, словил пельмень там. Блядь. Там сильно тебя пробил. Что ты тебя выкинул? Я затупил. Отвлекал назад. Босса. Теперь ДД на рейнджу выходим. Диспельте со всех людей. Да. Эту фигню, короче. Все равно убиваем как-то вообще не очень. Нарексис бы расстроился от таких убийств. Ну, а кому-то перч. Он оставил море слизи, хоть плыви по ней в круизы. Ого, да я поэт. Потрясающе. Можно. Дайте бафы по демону. Дайте шкаф. Тыкайте. Стоп, это скада. Стрель по скаде урон такой же, как и по рекаунту. Это точно рекаунт был? Если модифицированный рекаунт, который по скаду. Это тот рекаунт линканите. Проще линкануть нормальную скаду. А, нет, тут у него тоже другой ДПС по скаде. 15.
Все готовы. Уходим на рейндж. Ларина, круто. Это обычное облако газа. Только будьте осторожны. Не такое уж оно и обычное. Тотем поставьте на хосту, что-то не достается. Тотем вместо силы природы на хосту. Я в центр сейчас ткнул, достает. Кого-то были скрины с первого целка в пятницу? Таким. Надо, чтоб там... Там был. Там есть? Где там? Видео. Там есть человек, который линкует рекаунт? Там сам рекаунт есть. И видос на канале. На моем. Что-то мне нехорошо. Опять новый состав. А сколько там у тебя подписчиков уже? Что-то 60 там. Папочка, нормально. Ты говори во время видео, да, будет больше. Чё говорить? Ты можешь просто, смотри, брать голос мой там через звук под ноль, поставить, да, потом комментировать. Всем привет, дорогие друзья, это мой рейд. Вот так-то. Сегодня будем проносить целка 25R. Да ну, ну, это хуйня. Командовать там будешь, типа, гимн отхил, там, ну, все фигня. А обычно он говорит, типа, ох, бля, нихуя себе, какие обиды упали. Ну да. А кому осколки? Счастливый. Этот трэш падает. Знаешь, когда хилишь холипалом, блядь, еще и релишь, это вообще пиздец жопа. Такая прошибая. Ты что там хилить? Частица на ПТК, там хиль кого хочешь. Я себя обычно хилю. А, понятно. Сэй, 25. Да, осталось. Да. Подожди. Удостовериться, что твой рекаунт был. Ну, там из НТТМ 18800 дал. Что-то... Не помню, кто первое место. Там чем что-то был на втором. Место Ретрик 19500. Ну да, а потом не скидывает рекаунт с ой, с кады скрин, где он 19 дает. С када там 19200. Тоже не давали. Нет, со скады у него было 20-ка, а так он 19700 по рекаунту, по-моему, дал, что-то такое. 18800 по рекаунту, 19200 по скаде. Да я про ретрика, блядь. А, ну да. Да хуйня это все, блядь. Рекаунт.
Просто Элимум рекаунт не считает пета. Да, вот это Галем. Должен считать еще Галем. Ну и хули он там набил? 300 тысяч. То есть справедливо будет, что чтобы лизни тотему со скада начали? Да без разницы. А потому что рекаунт не считает, никакие модификации не считает Галем. Как ты его будешь награждать, если он один? Элимов больше нет. Ну я есть. Ну так надо всем заходить, дамажить. Вот я так и буду делать. На секунду. Впрыляться даст двадцатку по-любому. Да не, вы вообще копора возьмите, он 6-1, блядь, 25 даст, нахуй, я уверен, прям. Потому что он передамаживает всех, блядь. Зайду на руку, покидаю Матриксы. Дал бы 20к демонам, но мне не демона. Так. Беру пару рук. Майфрейма нету. Кто-то ушел. Бейк столик. Ну, начинать. Блин, тут нет у меня процентажа. Скажите, когда будет 88, ладно? Опять дамаг потихоньку. Только там 85 уже? Да, 84 уже. 83. Топ, побольше эскейп нажали. 82. Там, это не серьезно, блядь. Стоп, эти дамаг, сейчас вайпимся. Все играем в слизняка быстро. Только 81 уже. Угу. Опасно. Смелики отбежали в РДД зону, не бежать в слизня. Отбежали от. Ладно, не отбежали от лужи. Да, отбежали. Вот. Зло. Так, на ком зеленый дебаф, к столу отходим, бьем спину слизня, откидываемся в центр. Звездочку зеленый встали, звездочку встали. Зеленые, на ком зеленый дебаф, не сбегаться к зеленым, все сбежались в этот черепок. Так, Элоран, наверное, гимн отхил давай. А не, не надо уже, добьем. Долго. Пельмени. Пора, опа, это они. Пельмени еще один. Все, свичимся в красного слизня. Потом будет зеленый. Они сейчас пойдут. Все, веди сейчас к зеленому слизню про. Нормально танчишь, я надо мной не. Для меня отбежали вправо, сыграли в слизня. Херово. Отбежали от зеленого, расстояние добиваем. Пытаемся. Череп. Сколько процентов? 39. Надо 100. Стопать. Стопаем по боссу. Стоп, эскейп нажали. Мы успеваем, зачем? Там уже все. Стоп, не так стоп. 1%. 0,8, 0,7, 0,6.
красного сыграли, быстро пение отбежали. Что страшного? Отведи проф от столика, главное, сейчас будут пельмени. На ком зеленая добавка к столу, давай рост. Зеленый замедленный. Ваня, один на отхил сейчас. Отбежали от зеленого, сбежали в череп. Крестов больше нету, да? Сейчас на удачу. Мой френд, давай сакру, сакру. Цели красного. Боб по цели красного сейчас выберет. Смена цели красного, милики отбежали. Милики отбежали, джеспан, беги. Бежали в череп. Нормально, добиваем на расстоянии босса. Бежали пельмени. Фулбы. Фантастика, да? Как нам везет. Да, спасибо. Спокойней, ХП сегодня будет. Диван чини. Неожиданно. ГЦ. Теперь точно ХП будет. У кого там реги на диван есть? Олег пропал. Слава есть? На звезду кидайте диван кто-нибудь. Молодец, Актулгалы. Все, ага, кинул, молодец. Забирай босса, Скарлет. Повезло вот. Особенно на переход. Давайте ролим пояс. Кто выше всех? Почему вы стопаете, когда 39% и 7 секунд до слизня? Я привычка. Да я просто, я короче завтыкал, говорю, ну стопайте дамаг, потом через 2 секунды понимаю, бля, приводим, потом проходит еще секунда, я уже понимаю, что поздно говорить. Какой был ПР у Уктавгалы, например? Хритель. Это правильно, покрытая мрак. Отойду на минутку. Что там, ХПС есть в хилом? 11940 Апис, 11 Ультрашам, 9300 на бухил, 6200. Так, отныне... А вчерашний ХПС есть? Ныне Апис топер гильдии. Трошам топер. Ну и пришествие топ хэтал. Просто, да? Сот ЕП ждут вас, ребята. Если Джерриан не будет хилить, конечно, потом. Вчера есть был раунд ФПС? Да, я хилял тоже, на мувике есть все. Да, что-то мы посмотрим. Ладно, нам надо ту в первую очередь убить и кружу. Погнали.
Блять, если бы она кастовалась на треть меньше без символа, было бы хотя бы прикольно. Не берите, не берите сверху, подождите, не берите. ВФ, у тебя есть стадо? Давайте так, я нажму макрос DBM pool, и на первой секунде там фраза будет, гуляем через минут, через секунду, тогда берете сверху, окей? Непонятно, еще раз. На одной секунде бери сверху. Погнали. Суки. Это все пинг, блядь. Ух ты шо. Жарко стоит. О, слишком много. Сама и потихоньку других. Тупо залили дерьмо это. Пай. Пай быстрее. 5 секунд еще есть. 45к в секунду кастую. Конец. Надо так все время делать. ДБМ. Ты тоже взял колду? Взяла две совы. Я точно. И кто-то еще. А почему на первую? Почему не на атаку? Ну потому что хотим быть первыми по жизни. Поэтому так и сказал. А ты каким? На какой секунде хотел взять? Не знаю почему. Сука. Это у котов постоянно так? Чё? У меня любым классом так, блядь. Либо локом, да кем угодно вообще. Это моё проклятие, конечно. У меня локом такая же хуйня. Что это такое? Самострел. Вась, почему ты такие стати здоровые? Почему у меня такие сферы были маленькие? На пол экрана упустишь. Все, наверное, просто под чем-то сидишь. Да не, вроде. Под помидорную. Рыба. Весь, а откуда такая хуйня берется? Дайте шкаф, это же ивент сейчас проходит. Кстати, лунное поляне можно купить. Дайте шкаф. Я не люблю. 45 зарядов еще будем хуярить. С тобой можно? Записать в макрос на этот на звездный огонь. Не, ну я помидоры там открыл, но они что-то не соленые были, не очень. Может подбратишь. Погнали. Смертные. Че, пахал как бы? Там как обновили на. Воины короля лича. Теперь наши силы едины. Долголы ты тут. Братья, и уничтожьте наших врагов. Примешь инлайт. Ахсанар, кушать подано. А зачем ты так делаешь? Это большая польза для рейда, наверное, да? Я специально думаю.
Я типа прикалываюсь так лежать. Не осознаешь того. Давай, Сакуру раньше набрали. Ну не осознаешь того, что надо, наверное, танком набрать агро. Нет. Да я просто плюху дал и все. Не более того. О, значит, плюху дал. Хватики, найти, подбивайте. Просто иногда со спора. Новый вихрь. Моя чаша темная, насладитесь болью. Опустите на интересно. Что происходит? Согласен, что они так сильно прям убивают вообще прям. А чё вы дохнете? Вы падаете собрались? Да падаем или нет? Келесик, ты никто не держит, я вижу. Давайте дальше, да. Не кидать ГП за смерти. Чё вы кинетику не подбиваете? Кельсих поубивал просто. Кто сейчас танчил двоих? Скарлетти? Нет. Зачем вы меняете и не говорите ни хера, что вы меняетесь? Это пиздец. Да, на этом... Я, конечно, вижу, что там протопал танчит, но зачем, когда есть я с Напулом, вы, блядь, меняетесь? Я вот это не втыкаю. Нахера такое делать, если есть Рога, Хан, второй Хан? Нахера вы меняетесь? Ебали, бля. Пусть Пал идет себе и танчит Келесета. Карлик, танчишь двоих. Майфрейм Келя. Есть такая кнопка Tab в клавиатуре. Так вот, она меняет цель, которая перед тобой стоит, она их перебирает. Нажимаешь LP-шку на Валанара, нажимаешь LP-шку на Талдорама, нажимаешь кровоотвод на Валанара LP-шку, потом усиление, потом на Талдорама, потом на Валанара, потом на Талдорама. В итоге у тебя по 3 LP-шки на каждом из боссов. Ладно, не слушайте его, на самом деле... На самом деле, когда тап нажимаешь, это РК включается, чтобы говорить можно было. Карли пит Валанара Талдорама, на нее нагуливаем айф. Углы ты будешь принимать? Начислять ИП, вещи тебе. Ты танчишь Келя. А, то есть ты не будешь нашей или об этом, что ли? Ну, твоя логика. Антоним логики. Начинаем дальше. Ладно, удачи в другой день. Что-то на шутку не понял. Вот я тоже жучу постоянно в рейдах, вы шутки не понимаете нихуя, потом говорите, вот хуёвера. Восстаньте, братья, и уничтожьте наших врагов! Ну, пояс не выпал, смысл. Давайте рост.
О, она попалась с пулей. Они поменялись обратно. Знаешь, сказал. Давай Сакру. Блять, Сакра была? Да, ну вихрь как-то стал бить вообще пиздец. А чё, обнова была какая-то? Мне кажется, ну, ДЦ нет в рейде просто. И Сакра... Да нихуя, и без ДЦ он не бил так раньше. Согласен. По уфу он так и бьёт. Играл на офе, блять, или что? Да. Когда там суты левел в ЦВК ходит, у него вихрь так бьёт. Да вы просто не набираете дистанцию, вот и все. Поэтому мы умираем. Раньше никто не набирал. Милики отлетали, шли дальше босса бить. Сегодня пару вихришь и 6 или 7 трупов. Не бьет он больше. Там больше начало бить, не знаю, может что шипахалку там что-то сломали, фиксит, хер его знает, стало бить больше. Ну так это эти два раза были без ДЦ. Проснись. Да блять, что мы не хилили без ДЦ ни разу до этого или что? Всегда почти без ДЦ хилим. Все правильно вы говорите, вихрь больше стал бить. Давайте. Там, может, лужа под кем-то разливается, там, посмотрите. Подождите, у вас желание лужа, блядь. Мне кажется, починили стаки. Когда ты на вихре отлетаешь, они наоборот копятся и наносят тебе урон. В этом, наверное. Видишь, у тебя тоже наносить урон. Больше. Забегай. Видишь, я отлетел от вихря, получил 20к урона. Единица тьмы, 5 стаков уже. Наверное, в этом дело. Может, он броня? Я не буду с тобой спорить, короче. Выбирайте режу сразу хилы, да? Кажет, это все это темницу тьмы починили. Не знаю, по-моему, это все проделки Путина. Или сломали. Вот вихрь опять смотрим. Смерть. Кушать. Да, это Путин. Это точно он, короче. У нас в Украине, как так сразу Путин. Пять вихрей. Так, кинотик убейте, а то сейчас упадет. Это реально проблема. Может быть, он не режется броней, либо просто увеличили дамаг с самого вихря. Он физический урон считается. Что не читал обнову, то там уже вихрь не режется броней, который бьет толбарам, если что, если вы про это. Ну я сейчас про это и сказал, я говорю, либо он не режется. То есть он будет бить сильно, но очень сильно. То есть он не режется теперь броней, да? Раньше режется было физической броней. Ты че? Когда обнову сделали? До нашего анбафа? После. О, понятно. Советить сейчас еще. Да не, там в ДЦ 3 хила убить можно, ну, ДЦ и 3 хила. Да не, нельзя. В смысле нельзя? Можно. Ты про эпохалку? Да не, обычный анбаф. Да, анбаф и эпохалки. Это вообще-то пиздец. Мы даже трэш не убьем. Смотри, ну минус сколько? 3, 5, 7, минус 9. Да нет, на ДЦ это все абсорбится. Видать, просто ДЦ хотят популяризировать, чтобы ходили. Они бесполезные, по сути. Кольцо. Почему бесполезные, если они, блядь, без них, сука, не убить нихуя? Да, ну сколько мы убивали, там, считай, нормальные хилы ДЦ не надо. Ну так когда он столько не бил, конечно, там быть убивали. Да не, ну, ну... Ну он баф, например, без ДЦ. Без ДЦ убили. Не, ну ДЦ надо на бафе только на рече, по сути, если там хилов нормальных нету, и на рейде желательно. Ой, это захиливается. Мне кажется, нормальные хилы обосрутся там. 3 хила хилили, анбаф.
О, даже я там хилил. Да на серьезе только два нормальных хила, блядь, Ринька и вас. Так что... А чё, Дафер ещё хорошо хилит? И Войт ещё. И В. 3В. Войт вас обе. 3В. Давайте спада, лада, вот такая, да, у них небес, играет. Ну я дал здесь допадку, все это понял. Нормально будет. Засилить не буду, блять. А Тейнер ебанул хит. Да, по рейду пошла. Ударила Апамска. Сейчас кольцо льда восстановилось. Уже сразу на дренор. Катаклизма, по-моему, у нас даже и сервера такого нету. Что мы играл? Что есть? Вот я уже на циркуле Кате играл. Не, а сейчас вот есть уже закрыли. Макс 40-го левела. Не, ну сейчас его уже закрыли. И там жалобится, что онлайна нету. Ну там онлайн человек 10 все. Ну да. Заходила недавно. В обоих фракции. Думаете, на Дреноре будет больше? Сейчас мы ванили будем, офигеще онлайн. Где? В смысле, новые? Мне кажется, люди поиграются, немного поймут, что нахуй надо страдать, если можно просто играть. И будут играть БФА, ну или что там дальше. Да не, если они хотят так же, как мы, ну, просто обычный сервак старой ванили открыли, это все понятно. Согласен. Вот что-то улучшать, там, делать, чтобы вар не... Так а разве вар... не было 60-го левела сервака? Ну, в смысле, ванила серва у нас. Был на цирк. Было, что они опять хотят открыть его? Закрыли. Так близко хотят ванилу открыть. Если хотят, они уже сказали число.